Жительница Шахтерска хотела купить двигатель и потеряла 80 тысяч рублей. Подходящий вариант. 40-летняя женщина решила найти при помощи интернета. Увидев хорошее предложение на одном из сайтов, она связалась с продавцом. Договорившись об условиях, покупательница еще в сентябре перевела предоплату в 80 тысяч рублей. Товар так и не пришел, и автолюбительница отправилась в полицию. В сводке есть похожий случай со снегоходом. Сахалинец, который собирался приобрести эту технику, был обманут на 820 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.